Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая-самая выгодная покупка, которая действует только сегодня. И завтра этого предложения уже не будет. Фотошторы, которые всегда пользуются спросом на нашем телеканале. Я помню, когда последний раз мы их представляли, было продано 2300 экземпляров. И, кстати, 300 новых покупателей присоединились к нам и выбрали фотошторы в качестве первой покупки на нашем телеканале. Давайте продолжим знакомство с нашим телеканалом. Сегодня цена 1999 рублей. Сразу за комплект. В комплекте вы получаете две портьеры, размер каждой 142 сантиметра на 260 сантиметров. Успейте заказать самое выгодное предложение, которое вам сегодня представит Анечка Фатеева, эксперт телеканала Shop & Show, дизайнер интерьеров. Кстати, у Анечки свое ателье, и она также в своем ателье занимается пошивом штор. А шторы – это тот самый дизайн, который вас действительно сможет обновить и в вашем интерьере создать особый эксклюзив. Это брендовое предложение, это фабрика «Ирис», которая дарит нам сегодня уникальную возможность получить настоящее чудо и оформить свой интерьер. Давайте знакомиться с цветами подробнее. Сегодня 4 цветовых решения у нас для вас представлено. Серый, вот такой стальной, гармоничный, прохладный оттенок, усыпанный белыми розами и, конечно, нитью жемчуга. Подходит в любой интерьер и позволяет нам насладиться вот этой уникальной возможностью. Далее, цвет, который мы с тобой выбрали для оформления окна, это коричневый. Самая спокойная палитра – персиковые розы, нежные бусы. Это гармоничные природные оттенки, от которых не устает глаз, которые подходят к любому типу ремонта, даже туда, где давно хотелось бы, собственно говоря, сделать ремонт. Но, Олечка, у нас есть разные варианты. Цвет для ярких, для эксцентричных, кто любит акцент делать на глазах, в глазах своей комнаты, то есть на окнах, тогда я вам рекомендую выбирать фиолетовый цвет. Здесь много нежности с контрастом, которая выглядит эстетично, которая позволяет вам менять свою жизнь в лучшую сторону и пробуждать вот такое, знаешь, творческое начало. Ну и еще один оттенок, который позволит насладиться спокойствием, он называется в заказе изумрудный. Оль, посмотри, как нежно, как свежо, как сразу в комнате становится светло, потому что наполняется энергетикой и ароматами помещения. Мне нравится, мне очень нравится каждый цвет. Кстати, я пока еще не могу определиться с цветом. Каждый цвет по-своему очень привлекателен. Кстати, зеленый цвет у нас является вашим фаворитом. За сегодня продано было более 200 экземпляров именно зеленого цвета. Если именно зеленый вам понравился, успейте, поторопитесь. Цена 1999 рублей сразу за комплект. Еще раз напомню, в комплекте две портьеры, размер каждой 142 сантиметра, это ширина, на 260 сантиметров – это высота. Друзья, только представьте, закройте глаза, представьте свою комнату, какая будет красота теперь царить в вашем интерьере. Вы представляете, с утра проснулись, когда у нас рабочие будни опять настанут после самоизоляции. Будильник зазвонил, и, ой, вставать-то не хочется, а тут такая красота, цветочки. И сразу жизнь начинается, жизнь, да прекрасно. Кстати, о цветочках. Скажи, пожалуйста, что у нас здесь за материалы используются, насколько краски будут хорошо держаться на этом полотне? Посмотри, мы видим на крупном плане, что это необыкновенная фактура ткани в рубчик. Это габардин, это патент Томаса Бёрбери. Это особое плетение, которое осуществляется под углом в 60 градусов. Оно диагональное, плотное, является фильтром, то есть не пропускает грязь и пыль, но при этом прекрасно пропускает воздух. Такая дизайнерская находка способна прослужить нам 10-15 лет. Оля, давай покажем, что она способна защитить нас с вами. Тест. От лишнего света. Это фонари, это ночные вывески, витрины. Или, в конце концов, солнышко, которое тоже мешает нам высыпаться, мешает нам спать. Наступает ночь, наступает темнота. А мы, собственно говоря, да, обратите внимание, не видим, то есть, точнее, не видим солнца лишнего в своем пространстве. Оно у нас остается на портьерах. То есть, здорово, это защита до 60%. Прекрасно. Ну и это, конечно, возможность 15 лет наслаждаться такой красотой, потому что это не только светорассеивание мягкое, которая все-таки, да, не создает вот такой блокаут, не всем он подходит, не всем он нравится, а создает хорошую, приятную, благоприятную даже атмосферу для сна в вашей комнате. То есть они не только красивые шторы, они еще нас защищают и дают нам выспаться. Вспомните, на носу уже лето, и именно солнечные дни у нас когда? Летом. А иногда в выходные дни так хочется поваляться в постели, а тут солнце и выспаться невозможно. Зашторили, и дома красиво, и выспаться можно. Я еще раз хочу вам показать эти розы, посмотрите.
они как настоящие. Почувствуйте аромат. Знаете, настолько все реалистично, что кажется, что действительно, прям даже наша студия наполняется ароматом роз. Будьте счастливы. Сейчас время обновлений, все-таки через 2 дня лето. Давайте займемся обновлением интерьера. Я знаю, что многие из вас думают, так, это как же я буду их вешать? Интересно, а у меня крокодилы. А другая скажет, а у меня там крючочки, наверное, не подойдет. Анечка, скажи, пожалуйста, всем ли крепление подойдет? Универсальное крепление, Оля, это отличное решение. Во-первых, смотрите, либо драпируете, либо создаете классический вариант. Это специально драпировочная шторная лента, она уже подшита, вы сэкономите деньги. Благодаря тому, что петельки уже есть у нас с вами, вы можете разместить такие портьеры на любых вариантах крепления. Это штанга диаметром до 2 сантиметров, это крючки, это кольца, это те самые защипы-крокодильчики, которые нам с вами всем известны. И это легко и просто сделать буквально за 5 минут. Выбирайте для себя лучшие из лучших, выбирайте для себя качество. Сколько лет прослужит нам шторы? 15! 15 лет верой и правдой будут служить вам эти шторы. То есть этот букет не завянет практически никогда. Стирать себе на здоровье. Защищайтесь от солнышка, спите подольше. Эти шторы выспаться вам дадут. Эти шторы и особенным настроением ваш интерьер наполнят. Представьте, самоизоляция закончится. Подружек в гости пригласим, а тут их такой букет счастья ожидает в вашей квартире. Вы представляете, как им понравится в вашем новом доме. И, кстати, обратите внимание, один штрих меняем в интерьере. Новый наряд для окошка и ощущение, что мы ремонт сделали. Давайте выберем цвет вашего нового штриха. Мне нравится палитра. Кстати, вон там у нас был изумрудный в углу, как мы и любим. Серый стальной цвет – это отличное решение для создания евродизайна. Коричневый здесь у нас с вами – это оттенок спокойствия и гармонии. Не забывайте, что дизайн эксклюзивный, специально от бренда Iris. Фиолетовый – для творческой натуры. Для того, чтобы найти в глубине души какие-то новые яркие краски. Ну и для тех, кто любит больше свежести и красоты, мы предлагаем изумрудный. Изумрудный самый популярный оттенок. Если именно он вам понравился, поторопитесь сделать свой заказ. Цена действует только сегодня, 1999 рублей. И это самая выгодная покупка только сегодня.